а вы знаете, что выражение «квадратура круга», а так мы обычно говорим о каком-то безнадежном, бессмысленном деле, это не просто красивая метафора, а реальная математическая задача. Квадратура круга — это геометрическая задача на построение, пришедшая к нам из античности, суть которой состоит в построении с помощью циркуля и линейки квадрата, равновеликого по площади данному кругу. История решения задачи длилась 4 тысячелетия, пока в 1882 году немецкий математик Карл Линдеман не дал окончательное доказательство неразрешимости квадратуры круга с помощью циркуля и линейки.